Андрей Сергеевич, Андрей Сергеевич, а можно Александра Владимировича пригласить? Вы проголосовали? Кто? Вы, что вы снимаете? Вы проголосовали? Консультант. Эй, кто? Для руководителя 8 охрана под молоток. Пенсионер. Так за кого голосовать ни одного? Да, вот так.
ковидные вот эти ограничения, как оно сейчас есть? Вот из Москвы, мы можем еще раз из Москвы приехать? Я, честно говоря, не знаю, если вы дома, если направьте вы туда, пусть я вам нужен точно. А это какой? А это вот я скончаюсь. А, так вы берите, вы на сколько? Вы по 10 лет берете? Да, вы, да. Ну, вам еще 4 года, чтобы закончить. Так мы сами приедем. Напишите, и мы приедем к вам. И выдадим вам. Это полиция? Да, да.